Второе предложение дня – это джемпер Джерри. Весна пришла, и это самое время перебрать гардероб и проверить, есть ли в нем яркие стильные джемперы. И, конечно же, легкий, приятный на ощупь джемпер Джерри не даст вам замерзнуть весеннюю оттепель и прохладным летним вечером. Все о джемпере, о том, как его носить, с чем сочетать, знает наш Микола Комендров. Его и спросим о главном предложении дня. Главное предложение дня – джемпер Джерри у нас с вами представлен от бренда Полесье. Значит, речь сегодня пойдет о 100% пане, запатентованной хорошей альтернативой шерсти и акрилу материала. Также главным преимуществом данного изделия является бесшовная техника. Вы их не найдете, а значит, можно носить его как лицевой стороной, так же и спинкой, и даже вывернув наизнанку. Ну и, безусловно, конечно же, красивая легкая вязка в виде вот такого букле обеспечит нам комфорт, уют и заботу о себе. Ну а большая палитра красок раскрасит вашу весну ярче и сделает ее сочнее. А сколько у нас нежнейших оттенков? Палитра из 6 цветов. Давайте познакомимся с ними поскорее, потому что джемпер Джерри должен быть в каждом женском гардеробе. У нас есть пудровый, сиреневый, это мой выбор на сегодня, нежнейший белый, мятный, бирюзовый, синий яркий, насыщенный и коралловый оттенок. С 2019 года мы, телеканал Шопеншоу, сотрудничаем с брендом Полесье. 222 тысячи клиентов выбирают этот бренд, из них 14 тысяч покупателей сделали именно в качестве своей первой покупки бренд. Только сегодня у нас с вами цена 999 рублей. Когда в прошлый раз у нас джемпер Джерри был главным предложением дня, цена была совершенно другая. Сегодня мы ее снизили дополнительно на 500 рублей. 999 рублей. Легкий, нежный, изящный. И мы с вами выбираем размер для себя. Мы выбираем с вами от 46 до 64, четко размер в размер. Так как рукав у нас вывязан в конструкции реглан, он будет безопасен как дистанционная покупка и предательски не продемонстрирует, выбрали вы джемпер больше размером, меньше или свой размер. Данное изделие ему соответствует. Потрясающий джемпер. Посмотрите на него, какие яркие краски. Ну смотри, Микол, у нас джемпер с косами. Я вот вспоминаю первое свое знакомство с подобным джемпером в магазине. Я купила и через неделю перестала носить, потому что джемпер был весь в косах, и было ощущение, что я стала гораздо объемнее в нем. Да, такое может быть именно с ранами, да, косами, которые пришли нам с скандинавского острова Ран, но это если он вывязывается вручную и достаточно широкой пряжи. Так как ручная вязка не дает возможности правильно и максимально стянуть узелок и петлю, он создается таким воздушным, слишком взбитым, поэтому визуально такие свитера увеличивают. Жаккардовая вязка, или в данном случае здесь форма совмещена как шишка, вязка шишки и ранов, дает возможность как раз-таки ему быть более легким. Смотрите, он как ткань, более летящий. А сама пряжа с добавлением такой, знаете, пудрового припыления создает как раз-таки мерцание. И кажется, как будто он визуально меньше. То есть поглощение света дает возможности уменьшить ваш объем. Да, и вот отзыв вы могли успеть прочитать на экране от Кристины Малиновской из Санкт-Петербурга, которая писала, что уже заказывала джемпер, да, и 52-го размера джемпер сел на нее идеально. Вопрос от телезрителей. Наталья Юрьевна спрашивает из города Новокузнецк, не потеряет ли наш джемпер форму после стирки. Действительно, Микол, что за материал, как мы за ним будем ухаживать? Здесь у нас с вами 100% пан. Пан – это хорошая альтернатива у нас с вами искусственному акрилу и, конечно же, натуральной шерсти. Натуральная шерсть – это прелесть, это мягкость, легкость, но это и аллергия, и достаточно опасная возможность постирать, уменьшиться в объемах. Акрил достаточно шершавый, неприятный и может вызывать аллергию. Пан является тоже акрилатом, тоже искусственным материалом, но совершенно с другим посылом. Поэтому в данном случае он выполняет здесь роль такого, знаете, миротворца между акрилом и шерстью. Ну и, конечно, отвечая на ваш вопрос, я бы попросил вот этот видосик сейчас прервать, и мы как раз покажем, вытянется ли данное изделие. Ох, я люблю наши эксперименты, так, в прямом эфире. Присоединяемся. Девочки, берем. Да, и тянем его. Олечка нам помогает. Ох, что мы делаем, посмотрите.
нигде, ни в одном магазине вам это не позволит. Теперь обратите внимание, воротничок остался на месте, рукавчики не изменились по длине, длина самого джемпера тоже сохранилась. Поэтому данный продукт долго будет вас радовать, а самое главное, всегда будет выглядеть как новый. Практичный, удобный, качественный джемпер Джерри от бренда Полесье. Ну и, конечно же, весна. Уже 3 марта, нам так хочется с вами ярких красок, какой-то нежности, мы устали от тяжелых материалов. Заказывайте джемпер Джерри, тем более что многие из вас заказывают сразу по 2, то и по 3 цвета. Цена сегодня это позволяет. Никогда еще цена за джемпер Джерри не была столь привлекательной, даже когда в прошлый раз он был главным предложением дня. Только сегодня по цене 3 девяток главное предложение сегодняшнего дня. Вот они, наши расцветки. Ну и посмотри, Микол, наши девочки сразу показывают разные формы, да, и джемпер идеально сидит на всех. А я вот вспоминаю, моя мама тоже выбирает трикотаж очень так, знаешь, трепетно и щепетильно, потому что в нем можно себе нравиться, а можно и не нравиться. Смотрите, если вы хотите приталенного и компрессионного эффекта, вы выбираете свитера и джемпера, которые у нас с вами очень хорошо сдавливают фигуру и формируют. А в основном это водолазки и лонгсливы. Что касается джемперов, которые имеют свободную конструкцию и округлый вырез, как у свитера, его лучше всегда выбирать рыхлый, свободный, легкий, немножко подвисающий на теле. Поэтому тонкая талия, подтяните под ремешок. Есть животик, подзаправите переднюю полочку, немножко задрапируете в такой грустный смайлик. Либо наоборот, заправите защипы по бокам, сделаете именно в виде улыбки, округлую форму. То есть он в данном случае идеально подходит для всех типажей. Мне еще нравится его длина. При поднятии рук он не задирается, но и безусловно его можно носить круглый год. Даже летом можно накинуть джемпер. А если вы его выбрали в несколько размеров больше, он становится еще свободнее, и вы тогда можете сексапильно приоткрыть, скинув его с одного плеча, подзабрав при этом симметрично с другой стороны с пышной юбкой, как любят делать итальянки или француженки. У вас есть легкий, яркий джемпер, который вы можете носить круглый год. Если нет, то пора обновить свой гардероб и забрать джемпер Джерри от бренда Полесье. Легкий, изящный, 6 цветов на выбор и размеры до 64-го. 999 рублей только сегодня главное предложение дня, да еще и по сниженной бесплатной доставке. Успевайте.